Всем привет, друзья! Вы на семейном канале. Здравствуйте, наши дорогие! На каком канале наши друзья, Дэн? Baby Go! Baby Go! И сегодня у нас продолжение. Мы снимаем игру Lego Nexa. Nice! Какая часть? Шестая уже, да? Да. Ну, поехали. Ты вспомнил, как зовут главного героя нашего? Да. Как его зовут? Это кто это? Зеленый? Да. Ну-ка. Ну, поехали, игра, да? Опять кто-то у нас блеет там. Барашки. Барашки. Так, подожди. Давай разберемся. Нам по стрелочке надо с тобой ехать. А еще у нас есть какая-то добыча. Зеленый кристалл. Ой, мы смотри, мы можем получить зеленый кристалл. Нажимай на сделать, изготовить. Вот она, новая фигурка Лего. Мы ее получили. Теперь мы можем сделать какое-то улучшение, да, Дэн? Не спеши. Волчий голод. Ну, волчий голод мы прошли. Нам на мост надо с тобой. Вот сюда, видимо. Нажимай на сражение. Не попал. Нажимай. Видишь, ворота. Мы перед какими-то воротами, нам надо, видимо, сейчас будет за ворота. Не-не-не, смотри. Оп. Ты готов? Да. Сейчас нас что-то серьезное, наверное, ждет. Зайти в ворота надо, друзья. Давай. Давай, Аарона и Клея возьмем. Давай. Зеленый и синий. Мы все время красным играем. Давай попробуем Ланса. Мы с тобой... А мы с тобой даже не пробуем. Так, давай теперь силы выберем. Давай попробуем. Ржавчина нам не понравилась, да? Обрушение возьмем. Нам оно понравилось. Давай вместо... Вместо стремительной атаки всепоглощающий тлен возьмем. Посмотрим, как мы силы подобрали. О! Громовой скоробей! Ну что, сделаем его? Ну что, там зеленый. Да, зеленым будем со скоробеем драться. Так, нажимаем плюсик. Добавляем кристаллик. И мы улучшили силу. Сюда тоже добавим? Синюю, да? О, у нас сразу 3, 2 и 3. У нас какие-то показатели увеличились. Да, здорово, да? У кристаллов убавилось здоровье. Ну что, сейчас большого скоробея будем бить? Да. Ты готов показать паука? Да. Он... Смотрим мультик с тобой. Это все, он типа готов к бою. Первый бой. Давай расстреливай. Не, активнее, Дэн, активнее, смотри, как я они. Они нас облепили, давай-ка отойдем от них. И издалека расстреляем. Вот такие они хитрые. А сколько выпадает-то из них? Ты видишь? Ой, давай отойдем подальше от гоблинов. Так, все вроде, да? Там что-то искрится, смотри. Какой-то зомби вышел. Ой, давай отходим, бомбочка сейчас взорвется. Мы надо сильную. Нам надо силу использовать. Отходим, сейчас рванет. 16, 20, 15. Вот, все, разобрались. Видишь, они такие хитрые. Ой, паук. Ну давай силу используем. Подожди, а что происходит? Так. Они замедляются, по-моему, да? Или здоровье? Смотри, какая у нас сила интересная, да? Что-то она делала. Так, собираем, да, всякие ништяки? Собрали, идем дальше. Слушай, один раз использовали, больше нельзя? Или надо накопить просто? А туда мы можем попасть, интересно? Туда мы не можем попасть. А жаль, там видишь, какие дверки, да? Там что-то искрит у нас. Какие проблемы у этой стены явные. Давай с гоблинами ты, я с более серьезным дядьком. Ой, ничего, они нас сильно бьют. Ну-ка давай.
А то они нас, вот здесь, смотри, бомбами сейчас закидают. Не-не-не, тут надо не часто нажимать, нет, тут надо не часто нажимать. Геня, сейчас нас победят, если так будешь делать. Тут надо их сильной атакой бить. Отойди, отойди, бомба сейчас взорвется. Дэн, так нельзя делать, ну-ка давай отходим. Давай отходим, отходим. Давай, сейчас папа разберется с этим моментом. Сейчас. Какой жук. Сейчас мы отходим. Здесь нужно зарядить атаку и сильно выстрелить. Что можно выстрелить? Ой, тут нам больно делают. Ну-ка давай сейчас эту штуку используем. Так мы его не можем победить. Да, так мы не можем. А, смогли. Слава богу, ничего себе здоровье нас отнял, да? Ты посмотри, у нас полжизни осталось. Так, сейчас здоровье поправим, слава богу, да? И поменяемся на Ланса. Видишь, какой рыцарь с длинным копьем. Да-да. Видел, у него копье длинное. Только его бы на коня, конечно, посадить. Давай, маленьких бей. Отходим. Давай, заряди атаку. Заряди атаку. Вот так вот. Оп. Опускай. Отлично, пробили его. И давай силу ему. Да, смотри, сейчас к нам подойдет и получит по голове. Вот так вот. Хитрые мы с тобой, да, Дэн? Сейчас и паука заманим. Не-не-не, не бей его пока. Смотри, мы сейчас его с тобой хитро заманим. Опа. О, вот это босс. Давай сразу силу используем, да? Вот, смотри, видишь, он что делает? Ого! Какой болезненный удар тут был, да, Дэн? Тут без сил не обойтись. Чем он нас там бьет? А сейчас нас убьет, Дэн, смотри. Надо его добить, 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 добить. По-моему, Ланс, с Лансом что-то случилось. Вот это был тяжелый босс. Один Ланс не справился, да? Пришлось Арона привлекать. И смотри, Арону сразу половину здоровья сняло. Жуть какая. Зато у нас уровень какой с тобой уже? Почти 12. Почти 12 даже, да? Нажимай на стрелочку. Тяжелый был паук, друзья. Награда зато какая у нас сейчас будет? Так, это для Ланса улучшение. Это для Арона. И опять для Арона. Для Акселя. И для Мэйси. И еще для Ланса. Еще для Акселя. Ну что, можем сейчас сделать апгрейд нашим рыцарям брони, да? А что Мэйси мы сделаем? Так мы сейчас сделаем. Подожди, сейчас загрузится. Давай вот это улучшение. Нажимай сюда. Так. Это мы ему бластер улучшили. Так. У Акселя ничего не можем. У Ланса не можем. У Клея не можем. А мы не можем ничего Мэйси сделать, друзья. Ну что, Дэн? Ну продолжим. Смотри, Мэйси. Открыты боевые доспехи Мэйси. Ну здорово. Друзья, с вами был канал Baby Go. Шестая часть Lego Next Night. Ставьте нам пальчики вверх, подписывайтесь на канал. И что будет в дальнейшем, узнаете очень-очень скоро. Ну а мы с вами прощаемся. Не забывайте нажимать на колокольчик, писать свои самые лучшие комментарии. До новых встреч. Пока!